16 февраля в Чувашии пройдет очередной ежемесячный день здоровья и спорта. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадок, тренажерных и фитнес-залов, катков. Подробнее с услугами программы проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться, можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов. Отметим, что сегодня в республике работает около 4000 спортивных сооружений. Среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3500 тренажерных фитнес-залов.